режиссер Георгий Данелли. 1963 год. Этот фильм сегодня поднят, как знамя хрущевской перестройки. Фильм о Москве и москвичах. О том, как они всем помогают. О том, как они ночами строят московский метрополитен, а потом весь день занимаются решением чужих проблем. Ищут писателей, зашивают штаны приезжим, отмазывают друзей от армии, ловят жуликов. А ночью снова спускаются под землю, чтобы достроить этот бесконечный метрополитен. И все москвичам удается. Все у них получается. Наверное, здесь зарыты корни фильма того же Данелли «Мимино». Москва – город, где все прекрасно. Колька за столом намазывает кусок хлеба сливочным маслом. А в это время десятки миллионов таких же советских людей стояли по 8 часов в очередях за хлебом. Без масла. Хрущевский голод. Или зерновой кризис 1963 года, как его тогда называли советские партийные работники –